Привет, друзья! Безумно рады вас сегодня всех видеть. Ах, какое счастье играть концерты. Поехали! Ты хочешь быть с нами? Ты хочешь быть собой? Ты хочешь быть сильным? Я буду толпой, я буду тобой, я буду с тобой. Ты хочешь быть главным, ты хочешь быть создателем, мужественным летчиком, естествоиспытателем. Я буду тобой, я буду с тобой. Я буду толпой, я буду тобой. Я буду тобой, я буду с тобой. Я буду толпой, я буду тобой.
обняться и сопротивляйся. Я буду завтра здесь, если ты уже догадался. Почувствовал запах, видишь, как просто тают мечты. Спасибо большое. Это была песня, немного завязанная на городе Петербург, потому что там про мосты и площадь Восстания. А в Петербурге мы играли буквально 4 дня назад. Было очень здорово. А теперь мы в Киеве, и это еще прекраснее. Ура! Продолжаем! Пришла весна, ты обещала мне перезвонить. Боюсь, мы потеряли разговоры в этом году. Ладно, да, гори в аду, я помогу тебя найти в этом году. Love.
решил тебя убить в этом году. Ловь меду, гори в аду, я помогу тебя найти в этом году. Ловь меду, иду, 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 иду. Когда мы записывали этот трек с мистером Грэмом Саттоном на студии звукосех и слышали эту концовку, он говорит, oh, it definitely has a club feeling. Это вот эта кода, да? Та-на-на-на. Очень подвижная. Спасибо за танцы. Следующая песенка с этого же альбома называется «Квиты». Не наближайся менше, ніж на край. Коли відчув тебе я поряд, ти вимагала в мене кров. Ти дуже хочеш мою кров. Якщо все може знову статись, коли впливає перший цвіт, ти де не мусимо з'єднатись, у тебе добрий апетит. Досить чудовий апетит. Тихо на дворі, лише пахнуть квіти. Я вже, ну, не здатний тебе зупинити. Oh,
Щиро дякую вам, друзі. Що там у нас далі? Ну, треба танцювати, я думаю, да, далі? По накатаної. Поїхали. Камінь. Себя на завтра с первыми лучами. Если хочешь знать, я не люблю тебя. Иди, не то я брошу камень, не то получишь камень, не то я брошу камень. Уже же тебя встречать. Еще один раз луна и снег на кипарисах. Я приобрел тебе со скидкой билет. Беги и топай каблуками, не то я брошу камень, не то получишь камень. Он же тебя убьет. Thank you.
Эй, ну что, греемся, да? Хотя уже солнышко начало подгорать, но мы туда сами полностью запекаемся. А песенка следующая еще более tropical, потому что называется она «Повезло».
Ну, жарко же, да? Я надеюсь. Кому еще не жарко? Или вы кто-то не смелый? Песенка, чтобы остыть. А может быть, помечтать, а может быть и потанцевать. Будет маленький там эпизодик. Мы пока оставим в секрете, но, наверное, сразу кто-то догадается, что это за трек такой. Где тамбурин у нас, трубач спрашивает? Никто не видел? Гуляю, не дыша, по твоей руке. Не гони меня в унылом мотыльке. Прижми мою ладонь к пылающей щеке. Позволь тебя обнять опять. Моя пышущая здоровьем полная красивая женщина. Зачем тебе встретил я? Тогда зачем тебя встретил я? Тогда искал раз у меня. Не верну тебя. Скажи, как забыл
Спасибо этому миру за женщин, не только пышных, всякие разные женщины встречаются в этом мире, но на весь вкус и цвет. А следующая песенка, ну, может быть, небольшая предыстория, мы, конечно, киевская группа, но лет 6 назад я жил не в Киеве, я жил в городе Москва, а еще 2 года до этого, как бы, мне Москва так надоела, что я в основном висел около Москвы. А эта местность называется Подмосковье. Трек навеян впечатлениями тех лет, так, можно так сказать. Итак, Подмосковье. Слышишь, все было зря. Значит, точно все зря. Thank you.
знал, на Пасха было, ну что, мало? Песенка про сильных мужчин, может быть, кавычка? Mm-hmm.
Оу, е! Рок? Да не, погоди, погоди. У нас еще такие более разноплановые композиции. Спасибо за предложение. Песня, которую мы редко играем, это второй альбом, и называется она «Виражи». Когда ты рядом, можешь мне поверить, нас вдвойне прихватит свежим ядом. Что бы ни случилось, все могло быть по-другому, помнишь? Увидеться вечером в парке, как быстро пролетели эти дни со вкусом авокадо. Thank you.
наши виражи пока что не оканчиваются, потому что мы продолжаем, конечно же. Как насчет песни под названием «Сингапур»? Спасибо великому человеку Александру Вертинскому, который подарил нам слова, а музыка уже наша. Океан и гонит во слепительной лазури птиц дальний караван.
отдельное спасибо Вертинскому Александру Николаевичу. О, привет. Лунка, привет. Мой папа недавно ходил в плавание на 6 месяцев. Не просто, говорит, эта штука. Романтики там не очень много, на самом деле. Но вот эта песня у нас более романтическая. Называется, ну, вы поняли, может быть. Какая песня? Ну, про... А, да, спасибо. Капитошка, если тихо. Всем, всем работникам интересных профессий, геологам, морякам, всем этим классным парням, как пела группа «Браво». Кто с нами сыграет на тамбурине? А можно девчонку возьмем? Ну, ладно. Самый быстрый. Как тебя зовут?
Богдан. Давай, Богдан, еще сейчас на тамбуринчике исполни нам супер рифчик. Ты умеешь быстро хлопать этой штукой? Во-во-во, очень хорошо. Когда закончился урок, ты шла одна по коридору, я ел кленовый пирожок. Спустя 5 дней на вечеринке в заведении и Бангкок ты подарила мне пластинки, я испытал неподдельный шок. Ведь это самый модный звук, ведь это самый модный ток, ведь это самый модный рок, ведь это самый модный рок. Ведь это самый модный звук. Прыгай туда, прям прыгай, прям туда, давай. Антоха, где моя гитара? Я скучаю по ней.
мной быть сильным, чтоб ты меня запомнила таким. И пусть твой новый парень некрасивый, я поздравляю тебя с ним. Ты считал, что мы неотделимы, я прокинут выбором твоим. Кафе, где от дождя с тобой крылись, я приглашаю тебя с ним. Чтобы поздравить тебя. Я видел тебя голой, пою молоком. Каждую секунду, каждую вечность я хочу помнить, знать целиком. Видимо, это больше, чем потребность. Убить, не убить, любить, не любить. Я не умею хранить чужие секреты. Я видел тебя голой, но сейчас не об этом. И с тобою будет до конца. У нас еще осталось на полшлица. Вроде у нас завтра снова чудеса. Иисус с тобою будет до конца.
чудеса. Все с тобой будет до конца. Мы, ребята, на самом деле к концу такому приближаемся веселому. Потому что это последний конс. Вы классные, правда, мы вас любим, мы самые лучшие, потому что, правда, во всем Киеве, из всего Киева нашлись люди, которые пришли сегодня к нам, и вы действительно самые приятные, самые классные, самые разносторонние, так и наша музыка. А для вас старались на этих инструментах и на этой сцене. Сергей Дубчик, гитара. Ласло Басович, бас-гитара. Духовая секция. Давид Уманджи, саксофон. Клавишные партии, синтезаторы, пиджачок, Рами Калас. Стикезин. Ну, наше, так сказать, название целиком. Дзержинский бей. Другим сомнения, порадуйся со мной. Мы делаем все ближе, ведь это будет твой секс-сессер. Все в том, что видишь, давай скорей под одеялом. Я знал, что ты способна уже с самого начала. Чувствуешь, как тонко идет работа за спиной. Меняем точку съемки. Да
очередной секс в СССР. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Раз, раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, раз, два, раз. Раз, два, раз, два, три, четыре. Попробуй для победы не детское питание. Как здорово ты можешь задерживать дыхание. Я верил, что когда-то сгорим в этом огне. Дай себе безвозмездно, да дай сегодня мне. Будет секс. Благодаря сексу, между прочим, появляются дети. Это не только для удовольствия. Мало кто там знает почему-то. Ребята, это была наша последняя песня на самом деле, потому что... Ну что может быть лучше вот того, о чем мы пели? Друзья, классный вечер, вы все, правда, супер клевые, очень рады вас видеть. Но мы хотим сказать, что мало того, что мы сыграли такой охеренный концерт, еще после этого будет офигенная автопати в клубе «Хвилевой» на Нижнем Валу. Всем, кому мало сегодня, пожалуйста, почалите туда, попьем коктейли, потанцуем. Нижний Вал, бар «Хвилевой». А еще у нас не хватает никогда всегда денег, поэтому если вы хотите нам помочь, кроме билетов, вы ведь все купили билеты сегодня, да? Нет халявщиков. То можно купить диски после концерта. Это у нас в сумочке лежат на память. Очень много дисков, пожалуйста, подходите. Почти бесплатно их вам продадим. У меня наконец-то заработала гитара, значит мы сыграем. Thank you.
час. Напомни про время суток. Можно ли заметить нас? Можно ли начать без шуток? Не выключен газ. Холодное время суток. Ляг спокойно на матрас. Между прочим, кроме шуток, у тебя большие пальцы, на ногах смешные. И вообще, теперь я вижу то, что никогда не видел. Напомни про час. Напомни про время. Напомни про час. Напомни про время. Напомни про час. Напомни про время. Напомни про час. Напомни про время.
сейчас. Напомни про время. Напомни про час. Напомни про время. Напомни про час. Ребята, мы вас любим с чистым сердцем, потому что вы, правда, самые лучшие. Каждая группа, наверное, мечтает о публике. Но мы вас сыграем еще, потому что мы вас правда любим.
вечный город, кровь иностранцев проливается с балконов. Крики, тенденции, отвечая, что сейчас модно жечь иноземцев, посыпай дорогу ковром. Звездные танцы у порти на столичный город, кровь иностранцев проливается с балконов. Крики, тенденции, обещаю, что сейчас можно жечь земце, посыпать дорогу. Спасибо огромное, друзья. Я хотел бы поблагодарить не только вас и нас, а еще тех ребят, которые играли с нами до этого. У нас было много музыкантов, которые влились в наш состав. Это... Я не могу боюсь их перечислять, потому что это большой список, можно найти на наших страничках. Но, ребята, мы всех помним, мы всех любим. Это было здорово. Да здравствует музыка! Музыка!